Всем привет! С вами снова я, ваш Супер Синджаб. Сегодня я хочу приготовить овощное сате из грибов. У меня есть два вида грибов. Это шампиньоны и шиитаке. Вот, с помидорами, с луком и со сладким перцем и со специями. Надеюсь, будет вкусное блюдо. Для того, чтобы приготовить сате из грибов, я сначала бумажным мокрым полотенцем почистила аккуратно грибы, порезала их. И вот еще нам необходимо лук репчатый, сладкий перец, помидоры и специи. А в специях у меня входит кумин, красный перец, соль, черный перец и орегано. На сухой сковороде без масла для начала вот так вот начнем готовить наши грибы. Вот наши грибы сначала дали сок, пустили воду, и теперь вода испарилась, и мы сюда добавляем оливковое масло. Вот так вот добавили, и теперь начнем готовить. Добавляем лук и буквально 3 минуты будем обжаривать луком. Буквально через 3 минуты добавляем перчика. К сладкому перчику я добавила вот зеленые мексиканского халапеньо острого перчика, потому что без острого перца я не могу есть никакое блюдо. Всегда хоть чуточку, но добавлю. Конечно, это мое предпочтение. Если вы не любите острого перца, вы можете просто добавить черный перец и сладкий перец. Теперь мы добавляем помидоры. Здесь я порезала 3 помидора среднего размера. Сейчас помидор даст сок, и овощи в собственном соку будут сейчас тушиться под крышкой. В принципе, сейчас уже почти что еда готова. Осталось специи добавить. И нужно, чтобы она вскипела. Крышкой закрыть надо. Давайте проверим наше соте из грибов. Мы даем вот так вот потушиться буквально 15 минут. Я вот добавила все специи, которые приготовила. И немножко перемешаю специи. Уже готова она. Так вкусно пахнет. Вот грибное сате готово. Всем приятного аппетита.
Не забудьте подписываться на мой канал. Жду ваших комментариев и от вас тоже интересных рецептов. Всем пока-пока!